Чебоксарах прошло командно-штабное антитеррористическое учение. Провел его оперативный штаб Национального антитеррористического комитета в Чувашии. Слово моим коллегам из пресс-службы МВД. По замыслу учений группа условных террористов захватила заложников и удерживала их в здании одного из автовокзалов Чебоксар. Преступники выдвинули ряд политических требований, в случае невыполнения которых угрожали уничтожением заложников и совершением взрывов на территории города. В сложившейся обстановке штабом было принято решение об условном проведении контртеррористической операции и введении на территории города особого правового режима. В рамках учений спланированы и отработаны первоочередные меры по обеспечению безопасности жителей города, а также комплекс оперативно-боевых и специальных мероприятий по пресечению условных террористических актов и нейтрализации бандитов. Считаю, что цели учения достигнуты, как руководитель учения. В целом положительно оцениваю результаты отработанных учебных вводных. Спасибо всем за работу.